А чего вы все с ума сходите? У вас же есть дебил по фамилии Милованов. Я цитирую Игоря Валерьевича Коломойского. Плюс сам Милованов сказал, что да, дебил. Наш. Посмотрите, что этот дебил говорил во время встречи с другими. Почему я должен брать черные деньги для политической борьбы? Потому что если я не возьму, я проиграю. Потому что другие используют черные деньги для политической борьбы. И если я проиграю, придут люди хуже меня. И все, я уже часть системы. Да? Но я чуть-чуть лучше, чем они. Вы идете во власть не потому, что вы считаете, что вы там все сделаете, а потому, чтобы не пустить кого-то еще хуже вас. Потому что за вами мог бы прийти, который сказал бы не 0% я ничего не сделаю, а я сделаю плюс 10, да, воровства. Почему я должен брать черные деньги для политической борьбы? Потому что если я не возьму, я проиграю. А? Потому что другие используют черные деньги для политической борьбы. И если я проиграю, придут люди хуже меня. И все, я уже часть системы. Да? Но я чуть-чуть лучше, чем они. Он по два раза повторяет, с первого раза он не может понять. Это не самое страшное. Это не самое страшное. Там были пассажи про каннибализм и прочее. Вы вдумайтесь. Он же обучал, да? Продоносчиков. Он кого обучал? Депутатов? Идиотов. Будущих. Но если он дебил, а его слушают, значит, они идиоты. Да. Напоминает протестантский. Ну, мало этого, он просто дебил. Он у вас дебил-министр. Это что значит? Владимир, мало этого, это дебил-министр. Обучал депутатов-дебилов, что надо брать черные деньги. Теперь появляется президент, который, вежливо говоря, утвердил дебила-министром, который говорит, что не надо брать черные деньги. Мужчины, вы определитесь. Можно